pede tudo o mais é porque não já bati no meu viejo opa tchau hermanos já mira aí minhas ideias agora. Здесь можно только не сдать по скорости движения. Наша дорога прямая. Разметка хорошая. Да, гладенькая. Так и хочется поехать. Так и хочется газануть. Видишь, какие Lexus. Любую к ним моя мечта. Тут прям сразу пальцем можно. Lexus самая лучшая широта обзора. На Lexus'е не заработаешь столько денег, сколько заработаешь на самом себе. Так что надо исходить из, для чего тебе автомобиль, для заработка или нет. А чем плох правый руль? Видишь, женщина из-за нас не видит. Ну я уже никак не могла ей там что-то. Не надо ничего. Я тебе доверяю. Я-то не видел нифига. Пешеходов нету? Нету. Тебе удобнее было бы вправо или открыть? Да. Выбирай место для остановки. Для остановки? Да. Что, тут можно что-то? Ты маневр выполнила, нужно поворотник выключить, потом заново включить. Да, если... да, да. Вы это всегда это мне пошли. Поехали. А теперь место для стоянки найди. До начала поехали. Поворотником далеко едем. Молодец. Ну как правило, парковка ручник. Все, поехали. Двигаемся к нему направлению. Радость моя, на дорогу посмотри. На дорогу посмотри. Ну да, с этой полосы только направо. Давай повернем. Ну делай, что хочешь. Но суть в том, что ты уже не сдала. Да? Но если ты скажешь, ой, господи, я не увидела. Я увидела. Изначально ты не увидела сдалека. Не увидела. Ты увидела уже вот, перед фактом, как говорится. Скажи, сейчас я развернусь. Стой! На меня-то не надо, смотри. Поворотник. Разворот в ограниченном пространстве. Отпусти тормоза. Смелее, крути на меня еще руль, чтобы машина тебя послушала. Во, стоим. Поехали. Поехали, поехали. Как можно, да, попасть-то? У нас своя полоса. Ты же сама говоришь, там только налево. Но убедиться тоже нужно. Выбираем место для разворота. С поворотником работаем. Имей в виду, тебе нужно будет выехать и сразу поехать. Не вспоминать и смотреть, где я нахожусь и где поворот, там, разворот. С газом и пошла, поняла? Вот прям за этой машиной. Газуй, 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 это так и будет стоять. О, догоняй ее, догоняй, 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 догоняй. Лево право посмотри. Давай разворачивай. Держись сплошной линии разметки, полосу не теряй.
Что такое? Растерялась? Там прерывистая. Страшно сейчас будет. На тебе в первую очередь. Смотри, слева два ряда ребята стоят. Да. Это, тогда? Это можно... Не надо, все, ты стоишь, все поворачивать будем. Еще вперед протяни. Стоим. Сейчас ждем красный сигнал светофора. Угу. Потому что даже если машины кончатся, как бы страшновато здесь будет поворачивать. Вот, смотри, замигал. Ну а теперь я хотел тебе рассказать, что будет. Опа, 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 поехали. Молодец. Поняла? Они ж могли и газануть. Это благо, что учебные машины тут уже разворачиваются. Они уже поняли, что мы хотим сделать. А вообще, такие моменты, особенно на экзамене, пожалуйста, помедленнее. Вот прям когда разворот загорелся красный, смотри, что ребята делают. Как бы не надо газовать. Я пошел на тормоз нажму. Медленно, медленно. Пусть тебя объезжают. Пусть они тебе у виска палец крутят. Говорят, что ты там плохой человек и тому подобное. Но мы зато сдадим экзамен. Верно и медленно. Устроились вот в правый ряд и едем. Максимально разрешенную скорость набирай. Примерно, видишь, он выехал, он медленно так поехал. Ну, да. Примерно и мы так же делали, понимаешь, почему я и говорю. Чтобы... Ну, в прямом направлении. На Пионерской еще такая линия разметки интересная, очень интересная, что любого человека посади, который здесь не ездил, ну и не знает всех нюансов, и прими у него экзамен, он буквально не сдаст через, ну, я думаю, секунд 15 он уже не сдаст экзамен, понимаешь? Вот и считаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, понимаешь, да? Да. Но ты все равно угол зацепила. Что там было? Линия разметки? Да, там знак движения по полосам из крайнего вот этого правого, надо было уходить только вот туда, направо. Но они прям, получается, перед фактом поставили человека. Вот я еду со скоростью 60 км в час и налетаю туда просто. И они... А ладно, вот вы на экзамене, да, увидели и резко ломанулись, а ты влево посмотрела? Да, посмотрела. А на экзамене с перепугу не посмотришь, понимаешь? Очень проблема. Там стоит знак остановки. Слушай, а если на экзамене остановишься там и будешь стоять, ждать, пропускать или слева? Ничего тебе нормально? Не будет. А ты скажешь, а что, по ГОСТу установлен знак? Я не знаю, ГОСТ надо смотреть. Вот просто заморочиться и посмотреть, а правильно ли они установили информационные, как говорится, знаки. Мы же откуда знаем? Я еду, у меня движение перекресток, прохожу в прямом направлении, правильно? И тут бах, вы слушали маяк, и все. Короче, вот такие вот подводные камни тут есть. Правый ряд уходи. Здесь тоже, да, у нас вот полоса, смотри, раз. Вот видела, да? Да. Без указания, без ничего. Просто тупо на тебе. Понимаешь, да, на чем подколоться можно? Просто вот такие участки мне только заучивать, потому что, блин, я вот не учу. А вот надо вперед смотреть. А знака даже не было, разметка на дороге была. Ты ее в последний момент увидела.
почему был знак. Мне кажется, движение по полосам было вот это. Сначала идет вот так, потом так. Где? Было. А потом мы перестроились. Перед ней прям, да. Но мы-то перестроились где? Ну, я, может быть, не знаю. Не увидел, надо будет глянуть еще. Ну, факт остается фактом. Косяков здесь очень можно много наделать. Мне интересно, люди, которые давно за рулем, они это и первый раз здесь едут, они увидят это? Нет. Среагируют? Нет. Потому что реагируете вы учитесь, а они уже на автомате едут. Сейчас даже поменяй знак, главное, дорога, суступи дорога, они будут по старой привычке ехать. Вот и все. Вот еще перекресток, который соединяется там космической юности. Здесь движение прямо или направо, мы едем прямо. Если горит красный, мы можем стоять прямо вот тут, на ступлении. Ну, да. Ваше движение прямо и направо. Даже если будут сигналить, типа уйди направо, потому что стрелочка горит. Это не как заводская и Суворова, да? Это как обходная дорога, где по движению в аэропорт. Скорость посмотри, да. А еще вперед вот посмотрела. Да, я вижу. Мне просто автобус загородил, я уже думаю, что он. Выбирай место для разворота. Ну, вот всегда задумывайся, если троллейбус, автобус перестраиваются зачем-то в левый ряд, но автобус бог с ним, может он там гонщик, но троллейбус в левый ряд никогда просто так не полезет. У него эти рога, ему и так неудобно. Еще ехать надо притормаживать по нашей дороге, чтобы рога не спрыгивали. У меня учился парень, он был водитель трамвая, ой, троллейбуса. А учился вот. На категорию? Да, и он это расскажет, вот едешь, мы уже все знаем, где надо притормозить, с какой скоростью поехать, чтобы ни рога не соскочили. Ужас. А что, с рогами ездить проще, чем на категории Б? Ну, это разные транспортные средства. А что ему учиться-то? Он же все, мне кажется, если он водитель трамвая. Я тебя умоляю. Водитель трамвая, это не означает водитель машины. Ну, я бы, вот честно, я бы не рискнул бы на троллейбусе ездить и на трамвае. Какая ответственность. Да ну что ты дергаешься? Для чего? Вот я бы на экзамене сейчас нажал бы на тормоз. А зачем ты дергаешься? Сзади тебя, видишь, машина стоит? Имею в виду. А вот этот вот сейчас? Этот? Ну, должен дать закончить нам маневр, мы стоим на центре перекрестка. Нет, который выехал, такой красный, вот из-за той. Ну, обломило его ждать, что. Или до последнего ехал в этом ряду, увидел, что человек выворачивает. Говорит, дай-ка я уеду отсюда. Смотри, замигал. Замигал. Не спим. Аккуратненько. Пешеходы. Пешехода пропускаем. Слева пропускать надо было. Да? Поехали. Как говорится, не задавили, слава богу, да? Ты их видела слева? Я видела их. Ну хотя они шли еще на той, на встречной полосе дороги. Там две полосы, и они еще до наших полос даже не дошли. Надо вот это разбираться в правилах. Ну вот это вот на экзамене как? Всех ждать, пропускать? Мы же совершали маневр, мы должны были покинуть перекресток. Ну пропустив пешеходов, покидывая, да. У них приоритет. Но опять да, же. Ну они ж не. Ну они хотя шли они на проезжей части. То есть они вступили на проезжую часть, все, они должны завершить тоже. Ну, понимаешь, регулируемый перекресток и регулируемый пешеходный переход, как в данный момент был на перекрестке, и нерегулируемый пешеходный переход, это два разных понятия. Там ты должна остановиться, свет, пока они все да. не прошлёпают. А здесь ты должна не мешать, грубо говоря. Но они шли по второй, они еще до нашей полосы не даже дошли, не дошли. Да. Мы шли в первую полосу, они даже до второй не дошли. Ну, я не знаю, тут как вот. Опять же, на усмотрение инспектора. Выбирай место для разворота. Хотя нет, включай, поехали в прямом направлении. В правый ряд уйди. Сейчас еще один подвох покажем. Что ты делаешь? Зачем?
Ты зачем тормозила? Стой. Кто тормозил? Кто тормозил? Чувак, Господи, ты чего? Давай прям хвост ему иди. Давай, давай, уходи. Газ убрала? Не надо тормозить. Отключи тормоза. Выключи поворотник. Вот сейчас. Автобус сзади хорошо шел. Не надо далеко от него тормозить. Держи дистанцию. Вот колеса его видишь, где стекло наше кончается и панель. Вот на этом пересечении смотри колеса. Ну, вот сейчас колес не видишь. Его колеса видишь, останавливайся. Все, такую дистанцию держи. В пробках мы не газуем, чтобы машина не дергалась туда-сюда. Все плавненько, плавненько. Вот тоже интересная линия разметки, вот мы по ней едем сейчас. Тоже весело. Может не это, может следующее. Здесь еще у нас движение прямо и направо. Это не у нас, это автобус. Всегда наверху, да, знаки нам хорошо подсказывают, куда мы, по какой полосе стоим, на кого равняться. Но это не всегда. Бывает, знаки есть, тормози. Сразу боишься-то. Чем неудобна первая полоса здесь? Почему ребята перестраиваются? Потому что стоит знак конец полосы, в конце полосы. Это, грубо говоря, как для выезда с остановки, можно сказать. Совместили и выезд, и полосу, и в итоге мы раз и встали. А у меня был случай, мы с учеником едем по этой полосе, по первой получается, по второй, последней. А отсюда в наглую мне сигналили, что типа у меня... Так это же мы с тобой были. Тетка выезжала. Что сигналила, да? Да. Она у нас была справа, она вот так вот... И она посчитала, что мы ей должны были уступить. Потому что она у нас помеха справа была. Да. Ну, конец полосы-то у нее, видишь. Посмотри, он завис, 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 газует. Все, на меня. Понимаешь, да, ситуация? Чем вот плохо здесь по правой полосе ехать. При этом едь, едь ко мне, прижмись сюда, тут обочина. Сейчас еще такой фильм, как его назвать. Сейчас еще раз покажем, посмотрим, какой же прикол вынес. Так что везде есть свои подводные камни. На проспекте, здесь и на Турге, хоть в Северном. Там одно страшное дело, здесь запутаться в полосах можно. Потому что дорожники расчертили так красиво. В прямом направлении у нас средняя полоса, запоминаю. Вена, видишь? Видишь? Вот она. Правый ряд, уйди. Тут тоже едем, едем, едем. Человек выехал и забыл вообще, что он хочет делать. Аж неприятно, да, что они раз выехали и затормозили, да? У нас опять конец полосы, автобус, смотри, как хорошо едет. Дальний тебе выходи, газуй. Видишь, да, что здесь тоже косяк такой есть. Как бы
это нормальная линия здесь, по первой полосе. Ты уже ушла во вторую. На какой проехать? Остановка запрещена. И стоянка. Соответственно. Двигаемся в прямом направлении. Место для остановки. У нас велосипедиста тут, видишь? Я вижу. Лучше я не оригинальный. Ну, почему? Нормально. Во-первых, ты безопасно остановилась. Поехали. Опа, фокус. Yes. Прикольно, да? Вот третье место, где можно затупить конкретно. Yeah. Ну все, пока.